сейчас B9 пришли. Ну, вот так вот сюда видно B9. Вот. 18 ряда. Ну, мы сейчас просто посмотрим все VIP, вот видите. Вот с одной стороны VIP, да? Даже можем смотреть, что это такое за VIP там. VIP 1. Вот видно, как там VIP. Как люди там сидят. Вот. Там VIP 4. Ну, это в этом концерте. На этом концерте сейчас здесь вот. VIP 6, вот так вот, с полотом. Это VIP 5. На каждых концертах по-разному. Ну, примерно, да? Примерно везде, примерно, одинаково. Подъем, в любом случае, небольшой, как я уже говорил, вот. Видно, да, что никакого подъема там нет. И вот у самой сцены вот еще есть VIP-ы. VIP 3. Это у сцены вот. Тебе что, взять всю? Давай я возьму. Мне не радуется. VIP 2. Ну вот, вот видно, видно. Вот они сидят друг за другом просто. Там только отличается, я вижу, что ближе расположено, и стулья вот здесь пластиковые, а здесь вот такие. Все, мы уже возле сцены. Вот она сцена. Вот, а это мы сейчас из B9 смотрим. То есть B9, он такой центральный сектор. Вот прям на сцену смотрит. Вот так вот видно. Ну, нам надо только спуститься пониже B9. А это тоже B9, да? B9, да? Вот он идет B9 туда и туда. Хочется спуститься пониже. Вот пониже уже так получше, скажем так. Вот 6-й ряд B9. Сейчас мы сядем сюда и посмотрим. Вадим, 6-й ряд. Ну, как-то отсюда будет видно. Еще раз посмотрим. Вот так вот. Вадим, 3-й ряд. Вот B9, 3-й ряд.